Всем привет! Добрый поздний вечер! Рада видеть всех на своем канале, всех моих подписчиков, всех моих подружек с WhatsApp из группы. Девчонки, спасибо большое, что поддерживаете меня просмотрами, лайками, поддерживаете мои идеи, поддерживаете меня. Всем привет-привет! Рада моим новым подписчикам, моим гостям канала. Всем спасибо за лайки, всем спасибо за комментарии. У меня всегда очень много комментариев. Очень большое спасибо. Это все помогает развиваться моему каналу. Очень прошу вас по возможности смотреть рекламу, потому как это тоже продвигает мой канал. Иначе не будет желания что-то делать и снимать. Время, конечно, уходит очень много на съемку. Гораздо проще воплощать свои идеи, быстренько сделал и быстренько пошел. Но мне очень хочется делиться и вместе с вами. Я такая барышня с амбициями, я люблю похвастаться, что у меня получается, что я делаю. И сейчас я приглашаю вас сделать стежку мне на коврик, который я готовлю для своего комода. Я его слегка испортила, потому как я там делаю проутюжку. Мне там срочно требуется коврик. У меня, видите, все в одном стиле, все мои чехлы, все мои панно на стенах мастерской. И теперь мне нужен срочно коврик на комод. Поэтому я его уже собрала, сейчас все покажу и будем вместе делать стежку. Как я уже показывала, видите, у меня все в одном стиле. Здесь на вышивальной машинке, видите, тоже чехольчик. Все в одном стиле. Тут у меня работа лежит. Я не все снимаю, показываю, но вот показываю то, что сейчас делаю. Смотрите, у меня был платок. Это осталась память мне от бабушки еще. Этот платочек я его берегу. Ну вот решила, чтобы он у меня всегда был на глазах, радовал меня, сделать себе на комод такую штучку, коврик. Я уже все сколола, это будет обратная сторона, подклад. Решила стягать прям по подкладу. Здесь несколько слоев льна. Это мои скатерти тут были. Ну, у мамы. Мама у меня была любительница скатертей, поэтому это еще ее. Сверху органза. И бабочки. Бабочки вставила остатки вот из этого коврика, который под машинкой. Я так перескакиваю, ну, чтобы все было понятно показать. Я все сколола очень густо иголочками, вот показываю, я их щупаю, на ощупь вижу, ну, достаточно густо сколола. Здесь у меня ширины не хватило органзы, я добавила полосочку, ну, когда это будет стягаться, это все спрячется. Ох, поколюсь я, ну, красота требует жертв, все. Перехожу на швейную машинку. Освещение уже стоит. Надеюсь, достаточно будет освещения, потому как получается только ночью. На улице у нас, видите, наконец-то пришла зима. Плюсовая температура, снег валит. Ночь. А мы с вами идем делать стежку на коврик. Ну все, расположилась я со своим ковриком, поехали. Нижняя ниточка у меня розового цвета, такая бледно-бледно-розовая. Хочу сразу отрезать кончик и куда-то свои разнесла инструменты, которых у меня специально несколько одинаковых, чтобы дублировать на любом месте. Но при этом все равно умудряюсь где-то спрятать, положить. Как всегда, начинаю я со середины изделия стежку. Здесь мне нужно в некоторых случаях очень качественно, поэтому буду бабочек так точно буду обшивать, не торопясь. Ну, а там уже буду смотреть. Ниточку взяла потемнее, ну так не захотелось. Иногда я беру посветлее, иногда потемнее, в этот раз взяла потемнее. Когда хочется осветлить вышивку, естественно, посветлее можно взять, но в этот раз мне захотелось сделать очень четкие рисунки, поэтому хочу сделать какие-то легкие завитки вокруг этой бабочки. Я никогда не продумываю рисунок заранее. Мне это не интересно. Ну, не интересно на данном этапе. Когда мне будет это интересно, конечно, я буду это делать. Но случаи бывают разные, поэтому
исходить из данного момента нужно. Вот, ну где-то так. Где-то так будет. Что-то похожее на дубовые листочки или турецкие огурцы. Ну вот, и можно входить уже в веточки. Чтобы не затемнить сам рисунок веточек, я просто буду их обводить. Среднюю часть я уже вышила. Теперь я начинаю внутреннюю, вернее, часть я уже вышила. А теперь мне нужно вышить часть вот эту среднюю, а потом уже перейду на кайму. Все, переключаюсь я на ускоренную съемку. Кому интересно, можно в замедленной скорости потом посмотреть. Начинаю, как всегда, с бабочки. Из более сложного прошью бабочку, потом уже начну идти по всему периметру. Сюда проходим свободно ходовой стежечкой. Я делаю уже достаточно быстро, потому как рука у меня набита. Начинающим, конечно, я советую чуть-чуть медленнее сделать скорость. Скорость регулируете сами педали, поэтому скорость ваша зависит от вас. Вот и все, бабочка готова. Сейчас я прохожу по всем веточкам и перехожу на крайнюю часть. Закончила я среднюю часть. Думала, на три части разобью. Но получается, что, наверное, даже еще на две части разбивать придется. Не видно с этой стороны. Ну, то есть у меня есть центральная сторона, внутренняя сторона, простите. Край внутренней стороны вот я обшила по периметру полностью, и остается вот такой широкий край около 20 сантиметров. Но так как его очень тяжело ходить туда-сюда, делать стежку, то есть я, наверное, буду сантиметров по 7 или 10 и сойду постепенно на край. Из-за чего я еще это делаю? Потому что у меня одна катушка ниток такого цвета, и возможно мне придется добавлять, подбирать в тон, точно такой же нет, поэтому я еще из-за этого разбиваю на сектора. Показываю, что я уже сделала. Смотрите, осталось только совсем-совсем край. Осталось совсем-совсем край. Потом я все это подровняю очень хорошо.
То есть я обводила просто тупо, совсем без всяких заморочек, обводила просто каждую, старалась полосочку. То есть, чтобы как можно сильнее произошла сцепка. Ну и бабочек красиво обшивала. Это мне так захотелось, и в принципе это было не обязательно. Можно было просто тоже контур и все. Ну. И во время таких несуразных стежек вы как раз и вещичку себе сделаете, куда сможете применить. И набивается рука, потому как когда я делаю уже стежку, к примеру, бабочки, вот она как раз навелась, видите, у меня уже прям идеально. Вот усики, туловище. Ну, а здесь я просто оттачиваю свое мастерство. Вот видите, где-то сильнее зашла, ну, то есть мне нужно теперь закончить вот эти все края потихоньку. Стык хорошо сделала, ничего не цепляется. И вот изнаночка. Ой, прошу прощения. Техническая авария. Достаточно ровно все получилось здесь. Никаких заломов, все еще будет отглажено. Ниточки все будут удаляться с изнанки. Ну, вот такая получается красота. Сейчас я постараюсь показать повыше. Лакуся просится, девочка моя, в кадр. Вот такой коврик. Все, осталось обшить края и сделать обтачку. Большая мамочка. Достигала я коврик. Подровняла, насколько смогла. Постаралась вывести этот край туда, как бы подальше. Подальше. Но не получилось так, чтобы совсем его не было, этого стыка, потому что просто не хватало ткани. Сейчас я обработаю. Вот такая у меня есть тесьма. Мне осталось просто обработать. Но, наверное, я сначала под оверлок пущу край. Ну и все, все будет готово. Покажу уже в готовом виде. Это как раз на этот комод я хочу накрыть. И оно будет лежать. Все, поехали обрабатывать края. Ну вот, мои хорошие. Видите, как и по цвету он вошел. С моими чехлами всеми. Вписывается и к этим чехольчикам. Коврик. И к коврику. И к этим моим чехольчикам я вышивальный блок сняла. И теперь получается великоват. Чехол слегка не держится. Но, ой, извиняюсь. Цепляю дверь. Сейчас я наведу порядок. Все поставлю, как должно стоять. Все знают, что это мой цех. Мой. Моя мастерская. Поэтому иногда здесь бывает не все на своих местах. Показываю поближе. Посмотрите, какая красивая у меня каемочка получилась. Чудесная просто. Вычистила я все ниточки, обрезала. Все проутюжила. В десятый раз хорошенько это полежит, совсем расправится. И видите, я... Ну, так не видно, но я его испортила. Видите? Температуры высокие. Что-то черненькое. А так будет все прикрыто, все будет в одном стиле. Я подумаю, может быть, я теперь сделаю еще другие коврики сюда, на пол. Мне нужны иногда. Вообще, я люблю голый пол, но иногда нужны. Это все сядет. Ну, вот такая красота. Сейчас я покажу поближе. Прошу прощения, я на радостях, что закончила, может быть, дергаю. Смотрите, как он переливается. Это шурчик я добавляла, да, помните? Можно было тоньше стык сделать, но у меня не было такой цели, прям уж миллиметраж устраивать. Мне нужно было, чтобы это было функционально хорошо, потому что он будет лежать под проутюжками. И потом я буду проутюжки просто прятать вот сюда в комод. А коврик будет оставаться. То есть мне для сохранности комода, чтобы остатки его сохранить, я сделала еще дополнительную прослойку. Ну и красивее будет, когда погладил, проутюжку убрал, красота стоит. Вот такая красота. Надеюсь, вам понравился мой коврик. Вы захотите повторить, возможно, сделать что-то лучше. Нет предела совершенству. Моя задача показать, что это возможно даже совсем начинающим таким, как я. Я совершенно не профессионал в шитье ни в каком. Я просто по наитию и по огромному желанию делаю свои работы.
Чего и вам желаю. Не бояться делать, никого не слушать и учиться на своих собственных, в первую очередь, ошибках. Это не те ошибки, которые мешают вам жить. Вам, вообще людям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы оповещение вам приходило о моих новых видео. Подписывайтесь в Инстаграм, позывной такой же Мила Бали, ВКонтакте группа такая же Мила Бали, позывной. И мы есть в WhatsApp. Кому интересно, пишите в директ в Инстаграме, пишите в ВКонтакте личным сообщением. Я дам вам номер телефона WhatsApp и будем там все вместе общаться, всей группой. У нас уже большая группа, мы общаемся на разные темы, даем друг другу советы, поздравляем с днем рождения, просто болталка ни о чем. То есть, если у вас есть желание общаться, пожалуйста, заходите к нам, мы вас ждем.